Декларационная кампания давно завершена, однако некоторые уральцы не спешат подавать в налоговый орган информацию о своих доходах, полученных в 2022 году. По данным специалистов, порядка 200 человек не предоставили соответствующий документ. Тем, кто не отчитался, налоговая инспекция сама произвела начисление. Такое право у органа появилось с прошлого года в связи с изменениями в законодательстве. Нам предоставляют сведения регистрирующие органы. Если это имущество, это кадастровая стоимость имущества. Если это транспортные средства, то это сведения из ГИБДД, где фигурирует сумма в договорах купли-продажи. То есть налоговым органам произведены сейчас начисления, сумма не маленькая, то есть по уральцам это у нас порядка более 24 миллионов. Напомним, если в прошлом году вы продали имущество, которое находилось у вас в собственности менее 3 лет, получили его в дар от неблизких родственников или сдали в аренду, у вас есть обязанность по предоставлению налоговой декларации. Теперь в адрес таких должников будут направлены соответствующие требования. Их можно получить по почте или в личном кабинете налогоплательщика. Инспекторы советуют не игнорировать письма и в случае возникающих вопросов обратиться к специалистам. Очень часто бывают ситуации, когда мама или папа дарит своей дочери, которая уже вышла замуж и имеет совершенно другую фамилию. В таком случае необходимо обратиться в налоговый орган с копиями документов, подтверждающих родство. То есть это, соответственно, свидетельство о браке и свидетельство о рождении и договоры дарения. А если же все-таки вы продали имущество, которое находилось менее 3 лет у вас в собственности, то здесь также мы вас просим обратиться в налоговый орган с документами для того, чтобы рассмотреть вопрос и дать вам точный ответ, обязаны ли вы предоставить такую декларацию. Важно помнить, что обязанные предоставить декларацию должны и уплатить налог на доходы физических лиц. Своевременно сделать это уже не получится. Время X истекло еще 17 июля. Однако погасить долги все же придется, говорят инспекторы. В противном случае без судебных разбирательств будет не обойтись.